Добрый день, уважаемые лучшие сообщества. Мы с Олегом Полубояровым сейчас завершили любопытные, скажем, съемки, которые чуть попозже будут размещены. Сейчас я вам хотел показать следующую вещь. Если вы помните, у нас был небольшой сюжет о том, как можно стрелять, скажем, вот таким релизом, да? То есть, кто следит, тот помнит, что можно стрелять как охотничьим, но есть вариант стрельбы как будто Т-образной. Сейчас немножко другая, может быть, бредовая идея пришла в голову, но она, на мой взгляд, имеет место. Вы, наверное, знаете безрукого лучника американского, который входит в национальную команду по стрельбе из лука. Значит, у него просто нет рук от рождения, тот стреляет ногами. Стреляет ногами, упирается ступней в лук, и лук у него размещен между большим пальцем ноги и, скажем, зубами он сделает выпуск. Какая мысль пришла? У лучников есть две болезни. Первое – это прикладка, второе – это насколько, скажем, они вложились. Исходя из того, что я видел этого безногого лучника, то есть на Ютубе, пришла мысль расположить пальцы вот таким образом. Вот так. Вот видите? Что это дает? Вот кто попробует так пальцы разместить, также лук упирается, ну, мне сейчас мешает, скажем, вот эта штука, большинства их нету, лук упирается очень сильно в ладонь, как у этого лучника упирается в стопу. А вот такой хват он дает следующее. Когда вы растянулись, при этом хвате, повернуть лук и сделать подкручивание практически невозможно. Но я сейчас покажу, как это можно стрелять, да? Главное, чтобы ладонь прилично упиралась в саму рукоятку лука. А стрельба, она такая же. Вот, смотрите. Ну вот, я сейчас стрельнул, и все. То есть, особо не целясь, как говорится, там, в 11 попал. Ну, попробуйте. Я пробовал стрелять. Кучность дает очень приличную. И убирает элемент подкручивания. Потому что здесь вот пальцы не дают скручивать, скажем, лук во время выстрела. А ладонь, вот это место, прилично, очень жестко упирается в рукоятку лука. Поэтому, опять же, смотрите, кому как удобно. То есть очень нормальный хват, очень нормальная стрельба. Я пробовал, очень, очень хорошо получается. Опять же, кому как удобно, вдруг у кого-то пойдет. Ну, мы, честно говоря, с Олегом не видели, что кто-то стрелял, да? Но да. Здравый смысл и есть. Мы показали некоторым нашим спортсменам, они попробовали, сказали, что очень интересно. Может быть и перспективно. Еще раз покажу выстрел. Сейчас нормально упереться мешает мне вот такое приспособление. А ты скинь. Да. Ну, у кого нету. Это... Ты скинь, чтобы не мешал. А его надо открутить мне. Ага. То есть оно прикручено. А, коротко мы сделаем. Да. Ага. Вот, видите, то есть я поставил. Пальцы мешают мне лук скрутить. Я растягиваю. Я уперся. Делаю выстрел. Сейчас я лук прихватил, чтобы Олегу по камере не ударить. Ага. А так он спокойно падает и нормально себя ведет. Поэтому изобретайте. Мы с Олегом иногда экспериментируем что-то.